Проблемы, связанные с местным телеканалом, обсуждали сегодня и бердянские депутаты на 48-й внеочередной сессии Горсовета. На финансирование коммунального предприятия ТВ «Бердянск», которое, по словам представителей местной власти, находится в критическом состоянии, в проекте решения сессии предлагалось перенаправить деньги, ранее предусмотренные на программы образования и здравоохранения. А вот исполкома есть письмо. Они просят 150 тысяч перераспределить на фонд заработной платы. На фонд заработной платы, в котором не хватает сейчас, уже сегодня, 410 тысяч до конца года. Другого нет. После долгих дебатов подавляющим большинством голосов депутаты проголосовали за выделение ТВ «Бердянск» только 50 тысяч гривен. В ходе сессии депутаты также увеличили размер резервного фонда городского бюджета до 100 тысяч гривен. Это позволит в ближайшее время получить субвенцию из областного бюджета. 815 тысяч гривен субвенции будут потрачены на капитальный ремонт аварийного участка канализационного коллектора в Бердянске.